мне кажется, что попрошу. Кто видел, как на видео, как работают два гончара с большим куском глины. С одним куском глины, два гончара одновременно для центровки. Не видел. Я тоже, когда первый раз увидел, понял, что происходит. То есть большой круг у самой земли. Туда целое ведро глины сразу. Бабах. Очень большой кусок. И садится дюжий мужик, такой здоровенный, борец сумо. Кладет руки на глину. Напротив него становится такой же, садится так же. И берет свои руки, кладет на руки этого мужика. И они вот так вот в четыре руки работают. Только чтобы отцентровать или потом работают? Они отцентровали. Кусок глины берут еще ведро сверху. Школьная парта. Да, да. Все. Как всегда, кусочек глины закрепили, центруем. Вариантов центровки очень-очень много. Но вот, когда кусок большой, как правило, есть одно правило, которое мы не объясняли. Ситуация такая. Руки работают маленько по-разному. Та, которая левая, если вы правша, она работает от себя. Та, которая правая, работает к себе. Причем, если вы на этой самой левой руке, которая от себя, нарисуете вот стрелочку, где-то вот здесь просто вектор такой, то во время движения от себя она как раз выполняет основную нагрузку для того, чтобы центровалась эта вся масса. И вы должны этой самой стрелочкой попадать не строго в центр, а немножечко периферийнее. Если вы попадете в центр или сюда, ничего не получится. То есть вы должны оказываться прямо вот немножечко напротив, навстречу вращения. Если нужен перевод, не знаю, нужен ли. Andrei says that there are plenty of methods of centering the piece, the plate, but one of it is to remember that if you are right-handed, that your left hand works directed out of you and the right towards you, and if you mark the arrow straight in the middle of your arm here, it doesn't supposed to hit the center of the piece, but go a little bit left. Ну, центр, чуть-чуть вот так. Ну, вот right. Left. Правильно, скажи мне. Not correct, correct. Correct? No, not, not correct, correct. 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 Ну и все, то есть дальше мы центруем ее, тут ничего мудреного не происходит. Промешиваем. Что дает промешивание, тоже не все как бы об этом в курсе, рассказываю обычно. Когда мы глину сжимаем, поднимаем ее в пирамиду, опускаем ее вниз, мы не только влажность можем усреднить и почувствовать, есть ли там что-то постороннее, мы еще ее структурируем. Это всем понятно? Или нет, скажи. When we pull the clay up and then down, it's not only the humidity and we are controlling, we also are restructuring the clay. Что обычно глина состоит из маленьких тонких пластин, они руки трутся, определенным образом позиционируются, вы получаете уже более-менее такую подготовленную к жизни по кругу массу. Normally the clay is made out of thin layers, and while moving it up and down, you are preparing the clay to go actually in circles. А также устраняете воздушные пузырьки. Естественно, вы их контролируете. Если они там есть, обязательно их убираете. Это понятно. Да? Дальше просто мы с вами выполняем центральный прокол. В случае с бубликом, когда мы делаем вот такую вещь, естественно, насквозь. Ну, собственно, это очевидно, тут можно не переводить. Прижали, аккуратно потянули на себя, распределяем массу, раскрывая ее полностью. Здесь есть один нюанс. Когда вы делаете вот такое растянутое с центральным отверстием изделие, форму, вам важно, чтобы вот эти части не были очень смоченными водой. Иначе, когда вы будете раскрывать, на этой воде у вас бублик удерет. Вам нужно, чтобы он у вас все-таки держался. Он просто на этой влаге у вас сбежит. И останется дырка от бублика. Останется дырка от бублика. И второй вариант, который можно использовать при изготовлении, если вот тут не очень получается и воды нужно много, можно сохранить небольшое, но все-таки донышко. То есть вы растягиваете не по самому поверхности самого диска, а слегка сохраняете там немножечко глины. Она вам даст вот эту стабилизацию, и он не убежит. Okay. While making a circular... А как бублик по-английски? Донат. 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 Пончик с дырочкой.
remember that the outer part, the down outer part, doesn't supposed to go very wet. Otherwise, it's some. Все очевидно, поэтому тоже рассказывать отсюда нечего. Прижимаем, делим массу на две части. Прижим выполняем не строго в середине, а делаем так, чтобы внутренняя часть у вас по массе была больше, чем внешняя. When you split, when you split the amount in two, you keep the inner part little bit thicker than the outer. Как в любом кончерном изделии, сначала вы уделяете внимание донной толщине, то есть тому, что будет дном в вашей работе вот в этом положении. As in any other piece. Это сильно зависит от того дизайна, который вы себе предполагаете в финале. То есть вы можете сделать форму круглой у этого тора, вы можете сделать его просто цилиндрической, да? И это будет означать, что если вы будете делать круглую, а я у него бублики. А, Олеся, вот там есть там штучка будет. Такая. Угу. Спасибо, Олеся. Если вы делаете форму круглой, задумали форму круглой, то лучше, чтобы у вас вот здесь, вот в этой вот части внизу, был достаточный объем запаса вот этой толщины, которую потом вы будете обтачивать, удаляя лишнее. Сразу сделать форму абсолютно круглой, не стремитесь, это неудобно в работе. Если она вот такая с жестким углом, этого не требуется. То есть тогда это все понятно. If you want to keep the angles, if the desired shape is like this, then you don't need to think about it. Внимание больше внутренней, потому что если вы внешнюю стенку построите, будет очень неудобно с ней-то не работать. Right? Most difficult part is the joint. Это можно делать по-разному. Лучше, если у вас внешняя стеночка абсолютно вертикальна, укладывать именно на вертикальную часть. То есть внешняя стенка у вас стоит ровно, и ту, которую здесь, вы укладываете вот сюда. То есть никаких здесь особенных вот рельефных дополнительных этапов и участков не требуется. Самый-самый краешек можно сделать немножечко усиленным, чтобы вы, когда будете прикладывать, поверхность была более развитой. И можно стыковать их немножечко более округлым вариантом. Не вот так, а когда мы делаем все-таки рельефно вот такую вот сразу. Это если глина? Если глина позволяет, если вам нужно сделать вот эту вот полусферическую штуку сразу, чтобы не там и с пальчиком ее потом каким-то образом должны выминать, вы делаете стык сразу на дуга на дугу. То есть вы внешнюю сторону делаете so более скругленную. If the clay allows you, you can then... move in double directions, make circular the outer wall too. И самый краешек толщины стараетесь не сделать увеличенным, утолщенным. Все равно тут потоньше желательно, чтобы вот это наложение не давало большой явной ступенечки. Чтобы это здорово, все понятно. Уже не томи. Да, I don't вот так, это точно хорошо. Вот мы ее укладываем. Небольшой зазор. Важно, как обычно, не промокать там воду внутри. Если вы там ее оставляете в любом гончарном изделии, это беда, да? То есть может изделие потом вам. It's very important not to leave any water inside, like as in any other pottery case. Вот укладываем ее. Можно чуть-чуть внешнюю положить с небольшим нахлестным и запасом, это проще. Вот вы ее положили, ступенечка очевидна. Здесь ее хорошо видно. Дальше вы на эту ступенечку можете повлиять. Можете ее отрезать, можете ее разгладить, если глина позволяет. То есть это уже, опять же, от материала, который у вас в руках. Дальше какая-то декоративность. Очень удобный инструмент для изготовления подобных форм. Это металлический шпатель, нержавеющий, как боб, который где-то пропал. А, вот он. Можно огибать, сделать тем самым поверхность чуть более организованной, такой более четкой. Прижимаем место стыка, но фактически его убираем. За счет воздуха, который внутри закрыт, мы можем нагрузку на этот тор давать неплохую. То есть это надо пояснить, потому что не очевидно бывает. Because the air inside is trapped, now you can really rely on it and push. Мы ее выгладили до какого-то качества.
А тор это бублик? Да. Да. Ну это деталь, да? Ну это технический название такого типа. Геометрической формы. Да, это такой. Все, поверхность у нас какая-то есть. Дальше мы ее декорируем. Ну а перед этим желательно, чтобы мы нашу, в общем, для декора не факт, но, короче, обычно делаю так. Сушим. При сушке важно, если ваши изделия из очень резко усаживающейся массы, вы перед тем, как его хорошенечко просушите, сделайте обязательно небольшое отверстие. Если этого не сделать, у меня некоторые работы прямо во время сушки. Otherwise the work will collapse break in pieces straight while you're drying it with the hair dryer. Нагрузка большая. Если это отверстие делать позже, вы бывает его прокалываете, а тут прям выдох какой-то. Ну, то есть оно набрало уже какое-то давление. Нет, так точно керамиста даже так сшибало со стула. Да-да-да. Особенно сшибало изделия, которые оставались рядышком в печи. Если кто-то забывал делать отверстие, то это была бомба для всех. Оля, а покани вот этот большой шарик. Чуть-чуть на меня поверни, который не стоит. Очень простой способ декорирования, который я люблю. Very simple. Easy. Very easy. Покачиваем, просто перемещаем и получаем вот этот вот красивый специфический кусок велосипедного колеса. Так вот как и делаю. Нет, это покрышка. Это однозначно покрышка. Шипованную резину делают по-другому. Да, туда забивают гвозди потом еще. Пальцем. Все, пол работы выполнено. Дальше мы. Дальше мы должны сделать ответную сторону этого бублика. Удаляем лишнее, то, что у нас к основанию поближе и нам не нужно. Now I have to make the other side of the moon. Мастер-класс не быстрый, потому что надо, чтобы изделие несколько подсохло. То есть мне нужен и изнутри, и снаружи. То есть мы должны прочность какую-то придать этому изделию, чтобы мы могли его снять без значимых деформаций, чтобы оно у нас вам немножечко набрало. У нас лишней массы там не было, чтобы мы не мучились потом с тем, что оно долго не сохнет. Всем кажется, что это что-то такое запредельно сложное. Нужна просто практика, ничего здесь сумасшедшего. А вы умеете делать шапку? Ну, шар. Ты не знаешь, что такое? Вот просто не стоит, чтобы не видишь. Ежегодно в городе Новосибирске проходит фестиваль сибирской керамики. Открытый фестиваль, на него приглашаются все. И чтобы на этом фестивале как-то сам старт программы сделать более интересным и насыщенным, мы там делаем такую полушуточную битву гончаров. Переводи. Брызги крови и шникера. Гончарин с завязанными глазами. Это там работа с какой-нибудь сложной формой. It's either Когда мы срезаем цельной лентой, цельной струной, мы вынуждены с вами прорезать центральную часть. Это неудобно в случае бублика, потому что в центре оставшаяся масса у вас может зацепиться и повредить дно будущего изделия. Вы очень тщательно убирать все из середины, либо можно воспользоваться маленько другим приемом. Мы подрезаем только ту часть, которая у нас позволяет бублику держаться за круг. То есть вот такого подреза, в принципе, достаточно. Пройдя по кругу, мы уже его сможем снять. Что, круг прошел? Кто видел? Да, прошел. Можем его перевернуть и положить сразу, но лучше, если вы круг почистите. То есть вот это все безобразие, чтобы оно потом вам не выходило боком, лучше срезать деревянным ножичком. Очень легко решает проблему с этими всеми сушками и временем съемная поверхность на круге. It's smart to have the movable top of the wheel. Не лишнее. Убрали тут весь мусор и аккуратненько всю эту нашу штучку
Устанавливаем обратно. По-английски достаточно? Да. Без акцента. And then дорабатываем. Я так в Индии научился разговаривать. У меня была фраза after this process, next process. How did he find the center? Да. Как вы так легко его кинули в центр? Андрей's experience. На мастерство не пропьешь так. А весь круг на самом деле исчерчен карандашом. Так это самое. Правда есть круги. На этом круге всегда, как правило, у мастеров есть вот эти вот круговые какие-то насечки. Вы легко по ним можете сориентироваться, чтобы сильно не промахнуться. Если очень ответственная работа, можете сделать метку карандашом или фломастером намеренно, чтобы вы с этим размером не промахнулись уж точно. Еще один маленький секрет. Когда мы сейчас будем обрабатывать обратную поверхность, нам желательно, чтобы она опять стала у нас абсолютно круглой. И этим инструментом воспользоваться. Но у нас есть отверстие. Если мы его не заткнем, то вот эти воздействия могут привести к тому, что мы сильно деформируем наши колеса. Если вам важно сделать потом тор функциональным, чтобы в него можно было что-то наливать, то вот это вот закрытая дырочка потом легко потеряется, и вы сильно можете удивиться, когда изделия уже начнут обжигаться. Чтобы этого не случилось, элементарно, когда вы уже его там расположили где-то, сделайте себе пометочку на круге изнутри, где-нибудь полосочку, чтобы вы потом точно знали, где ее искать. А чего такая посуда родилась бубликом-то? Ну, ее уже... История этого бублика не совсем понятная. Тут ситуация такая. У нас есть такой скопинский промысел, очень под Рязанью мощная. Помогите мне с формулировкой. Не просто предприятие, а территория, на которой гончарный промысел был очень сильно развит. И там же недалеко начали появляться демидовские заводы с модерновым металлическим литьем. Красивым, вот этим навороченным и всяким разным. У гончаров и так была задача друг перед другом каким-то образом конкурируя что-то делать особенное. А здесь они, насмотревшись на все это вот этакое, вообще стали активно чудить и делать там всякую всячину. Но со временем многое из этих сделанных декоративностей оказалось невостребованным и ушло. А вот этот предмет, предмет с основания вот это, с таким тором, он стал у нас популярен в России для совершенно конкретной вещи. Он у нас стал называться квасник, используется для очень популярной в России жидкости. Он покосился однозначно, так сок, что теперь у квасника из-за угла будет удобно наливать. Очень удобно. А центральное отверстие прижилось как не просто декоративное, а приспособили его для того, чтобы квас подавать на стол более охлажденным, более ядреным, забористым. Вот. Ага. Да. А раз Вадя спрашивает, как? Для Индии, специально для жарки Индии. Центральное отверстие в холстине, в тряпочке, вкладывали кусок льда. Объемы квасника часто невелики. The actual volume of the jar is not so big. И этот тающий лед действительно охлаждал. Asian jars will rather with the small hole inside, and we increase the hole. Да, да. И они у вас такие. Вещи делать их, разрезать как-то там чего-то, а было интересно, я так понял, как бублик в бублике делать. Need to make bigger donut now. Просто сделать, тут уже все. И потом запихиваем один в другой. Ему сложно. Да, у тебя не надета защита, ты сейчас будешь весь глин. Ну что? Я сейчас поставлю. And once you have the bigger donut, you just fit your smaller donut inside. Без слога. Для изготовления бублика в бублике нам важно подсушить, но не высушить. А, ну да, он как обойдет. Где у нас раз? Его нужно не пересушить, чтобы он совсем у нас не высох в ноль. Ну, хотя и это тоже возможно. Даже сухой можно толкать. Это уже, в общем-то, нюансы такие. Не самые. Если такой же вот сырой, да. Можно посложить. Тут что нужно сделать? Нужно положить какую-то либо прокладку между бубликом, да? То есть мы когда делаем внешне, а потом внутрь помещаем что-то и не хотим, чтобы одно с другим склеилось, мы должны каким-то образом их между собой разделить. Бумажку, самый простой вариант, конечно, что сгорит. Либо можно подкладочки сделать глиняные вот на том бублике, который я сделал, бублик в бублике.
публике. Кстати, можно его принести, там на него глядя уже какие-то вопросы может и возникнуть. А где он? А вон там же, где все сохнут. Сережа, смотришь. По-моему, уже все видели. Да, может, все. Что? Бублик, бублики, я думаю, что уже. В каких-то других, на других территориях. Мне всегда очень интересна традиционная керамика. Я ее очень люблю и везде смотрю, где есть такая возможность. Только шар. О, да. Классно. Сейчас нет. Вообще. Можно сделать квасник. Это внутренний заполняющий. Внешний, как декоративный, да. То есть это можно сделать. А между ними можно добавить холодное. Ведро в ведро намного проще. Спасибо. Не, ну повыпендриваться, если... Конечно, если повыпендриваться, то, конечно, да. Так вот, история по поводу того, что очевидности всякие и неочевидности. Будучи в прошлом году в Узбекистане, я смотрел местную традиционную керамику и увидел там сосуд, который называется автоба. Сосуд для воды, для того, чтобы набирать воду из... горных рек, где вода на поверхности часто перебаламученная и грязная. Он сложно устроен, потому что это сосуд в сосуде. И загружается этот сосуд, когда мы помещаем его внутрь в речку, не сверху вода в него поступает, как в стаканчик, а через отверстие в донышке. То есть это обычный кувшин, у которого верхняя часть закрыта. Где вы кувшин взять? Ну, просто вазу, да? Возьмите кто-нибудь, чтобы я не пачкал. Вот такая вещь. Верх закрыт. Закрыт. Чайник с запаянной крышкой, вот так можно сказать. Да? То есть фактически. Ну вот он, кстати, да. Только крышка у него насмерть прижата. И для того, чтобы его заполнять, есть изнутри в этом сосуде внутренняя вороночка, которая идет под самую-самую-самую крышечку. И он воду только снизу может взять. О, как интересно. И мне, когда его показали, я долго на это смотрел, мне говорят, сделай такое же. Я сделал, они поржали. Потому что я сделал его так же. То есть я сделал внутренний конус, потом снаружи сделал кувшин, вытер пот со лба, сказал, вот. Они сказали, классно, но мы делаем по-другому. Они делают кувшин, вырезают дно и вставляют на воронку. Да. Не парятся. Okay. Мы выполнили заготовку, понятно все, да? То есть мы сделали. Теперь мы этот сосуд должны туда поместить, сначала его обернув водой. Мне нужен ассистент, водой, да, который вот эту рулонную салфетку вот она, вот. Намотает снаружи. 48. То есть нам нужно, чтобы просто не склеилось, да, поэтому там один, полтора, сколько получится, это не важно. Это один вариант. В этом случае внутренний тор будет подвижным. Тот, который вы смотрите, он неподвижный. Где там это есть? Унесли. На том я рискнул и сделал керамические небольшие подставки, чтобы он в пространстве был слегка приподнят. Но там очень важно не промахнуться с влажностью, с усадкой. Если вы промахнетесь, потрещит. Несмотря на бумагу, мы все равно рискуем, что она раскиснет, и какие-то точки контакта мы все равно можем получить. Поэтому даже в случае с бумагой я рекомендую хоть небольшие, но вот элементы, отрывающие все-таки эту плоскость от влажной поверхности, сделать. Они даже если у вас потом отвалятся, не приклеятся, вытрясите там через дырку, не страшно, будет погремушка. Сейчас я еще чуть-чуть. Еще и погремушка. Еще и погремушка. А свистеть? А это можно делать одновременно, греметь и свистеть. Сделать не квасник, а на завтрак. Луна есть? Элина есть? Так, ну все понятно, да? Здесь один только маленький момент. Когда я эту работу делал, мне было важно, чтобы внешний декор не пересекся с этими внутренними всеми подставочками. Поэтому, когда вы их располагаете, вы придумайте какую-нибудь внятную для вас понятную систему их расположения. Можете получить ограничения в декоре. Otherwise, you will start cutting from outside and you will kick into the supports. Вкладываем внутрь более плотную глину, это, думаю, очевидно, да? То есть, что мы берем такую массу, которая уже держит на себе нагрузку, не проминает. Ну, это, видимо, уже лишнее было. Делай уже, хочется.
Не томи уже. Да, не томи. А когда переворачиваешь... Вы же хотите хороший положить, я буду... А когда переворачиваешь, он там не это... Не естественно, он сделает вот этот вот финт ушами, поэтому в нашем случае это будет риском дополнительным. Поэтому подсушить надо будет хорошо. А я сделаю отверстие. Можно пока не переворачивать. Делай его раз. Ну да, сейчас не надо. Мы же поняли. Но когда ты кладешь, вот начинаешь закрывать этот бублик, она как прилипнет тут к салфетке, а? Вы должны обязательно оставить зазор внятный, то есть чтобы ваш бублик внутри имел пространство. Если вы его сделаете настолько плотно, что он к салфетке прикоснется, вы обречены. То есть ваша усадка внешняя упрется во внутреннюю, и все, и труба. Здесь надо как раз, чтобы у вас все получилось именно с точки зрения достаточного пространства. Я говорю, что с первого раза это вот история такая. Хорошо, что получилось, это просто вот почему-то. Видимо, потому что... Это у нас фестиваль. Мы все хотели, чтобы было что-то. Мне, видимо, было интересно что-нибудь такое все-таки. Ты это первый раз делал? Да, это был первый опыт у меня. Я такого не делал. Простите. Один в другом. Простите. Да, один в другом. Да, один в другом. Ну да, я вот это. Все, аккуратненько одеваем, очень забинтовало качественно. Нужен ассистент с очень длинными и тонкими пальцами, чтобы я его не ранил. Нет, на самом деле, вот это вот я не подумал. Сейчас я изменю верх, иначе я не смогу его удержать. У меня верх чуть-чуть раскрыт, и пальцами я не прохожу. Ничего, сейчас справится. Про свои длинные тонкие пальцы подумала сразу. Береги, береги. Мне сказали. Что это? Я возгордилась. Помочь. Какой же ты кончал, у тебя длинные тонкие пальцы? А, ты расскажи историю. Я уже рассказывал. У гончаров часто, гончарам часто задают какие-нибудь там типичные вопросы для гончаров. Самый популярный, не кружится ли у вас голова? Очень часто спрашивают, как вы такими большими руками бутылочки делаете. They also ask. Каким пальцем вы изнутри работаете? How do you make such beautiful bottles with your thick fingers? Ой, у вас другое, да? У нас всегда все сразу умеют. Попробуешь. Сейчас буду. Сейчас сяду, как поеду. Это регулярно происходит, да. То есть все всегда находятся на мастер-классах люди, которые говорят, что гончарство это, в общем, вещь очень простая, и поэтому дайте и не мешайте. Так а вот по поводу это как раз вот в Новосибирске этот, Саша, как его, Варламов. Ага. У него была веселая история, он рассказал, что тоже гончарил, там типа мастер-класс 500 рублей. И один такой говорит, парень с девушкой подошел, такой, да тут что, в чем проблема-то, давай. Раз сел, и что-то ничего не получается. Говорит, ну давай помогаем. Говорит, а вот это уже 500 рублей. Правильно. Безумным взглядом, глядя на вот этот процесс, спросил, можно? Я думал, человек очень хотел, давно, наверное, просто мечтал. Оказалось, у человека 25 лет практики, просто после этого была большая пауза. Он первый раз увидел рядом гончарный круг. И дальше мне хотелось прикинуться ветошью и не отсвечивать, потому что он просто был большой молодец. Да, так бывает. Ну вот, на самом деле, я не учел того, что бумага мне будет немножечко мешать, как ни странно. И диаметр того изделия, которое я сделал, предполагает больший размер внутреннего. То есть у меня сейчас толщина здесь приличная, и если я из нее вытяну то, что нужно, будет очень тонко. Я сейчас рискну, если мне будет уже казаться, что не вариант, я лучше не буду может, заканчивать. Ну, то есть, не, ну если уже устали, можем этого не сделать. Такую щель прям. Можно оставить щель, можно поступить вот так. Смотрите, тут вариантов с такими бубликами есть очень много. Ну, просто я думаю, что вы художники, вам это и так очевидно, но тем не менее, смотрите. Мы берем и эти бублики можем расположить один над другим в большом количестве. Когда мы делаем вот эту вот полость, чтобы она там не нагревалась, это тоже традиционный элемент, он очень был удобен. А можем сделать много вот таких вещей и туда потом чего-то даже заложить. Я это хотел сделать, но не успел. Конфетки? Двухслойные, что ли? Конфетки, да, какие-нибудь. Да. Что? Он так двухстенный, что ли? Кто? Две заготовки для бублика, одна на другой. Здесь будет три бублика. Смотрите, вот наберем сюда, укладываем какие-нибудь красоточки такие. Потом просто этот бублик поджимаем,
И, естественно, они у вас после высыхания останутся. Будет у вас такой декоративный, интересный элемент. Если мы их завернем в бумажку, они не прилипнут совершенно точно. У вас получится там свободное что-то такое. Да, да, да. Это дополнение к шейкеру, как раз, который делает Сережа. То есть это вот, чем хороша вот эта вот технология работы на гончарном круге, здесь возможности вот именно с телами вращения баловаться настолько много, что если вы вот позанимаетесь побольше, и какая-то практика в руках будет, возможностей просто вот сразу открывается еще целый блок. Это вот прямо я всем настоятельно рекомендую. Гончарная практика не так сложна, вы все ее пробовали, она просто нуждается в практиковании. У нас на территории, на русской территории, была долгое время эта традиция всем доступна. Помоги мне, Сарасвати. Угу. Во всяком случае, умели косить сено, запрягать лошадь и гончарить. А я вот запрягать не умею. Длительное время жили большими семьями крестьянскими, неразделенными. In our tradition, the joint family was living together. Это целое хозяйство по 30 до 40 человек. It's a big household up to 40 people. И когда была потребность в гончарных предметах, and when they suddenly felt they ran out of pottery, эту проблему решали своими силами. So they just solving the problem within the household. Не привлекая каких-то сторонних. Without buying something outside. Позже. Later. Была практика кочующих керамистов. Later. Гончаров. Later it was another practice that the potter was moving from one village to another. На территорию приходил специалист и делал сложные формы для этой территории. So he made a temporary setup in the village, providing all the inhabitants with more complicated forms. Если будете иметь много практики, станете таким специалистом. If you will have a lot of practice, you will have chance to become this kind of specialist. То есть несложно. Я к тому, что это было доступно, поэтому просто время. Закрывай. А все. Я не буду закрывать, надо поднять стеночку повыше, сделать потоньше. Почему он сейчас не будет закрывать? Андрей said, now he kind of missed the right thickness, and he is in a risk that this donut will not be closed. Некорректно. Ну тогда надо время, я могу чуть-чуть поколдовать. Кому интересно, можно держаться. Our part is a little bit too thin, so he doesn't want to risk, but we want to. А можно сделать просто? Ты меня о чем-то спросила? Мы ведь видели уже, как он закрывает. А с трещиной можно оставить? Ну, вот раскрытый, как сейчас? Ну, нет, полураскрытый. Сейчас такой. Давайте сделаем полураскрытый. Хорошо, давайте, давайте. No problem. Убедили. Хасан говорит, добавьте немножко глины во внутреннюю часть. Я не понял, что он порекомендовал. Жгутами, поднять повыше жгутиками? Нет, 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 не об этом речь. Они подумали, что им не хватает. Я понял. Можно, можно сделать, но у меня толщина стеночки сейчас. Мне просто нужно поправить толщину. Я раскрывал внешнюю стенку, толщина у меня теперь разная, и это будет потом проблемой. Надо вынуть круг, вернее, колечко. И усреднить толщину от самого низа до самого верха. Я только про это. Здесь глины-то хватит. Просто стенку надо сделать потоньше. Всю в целом. То есть... It's not the amount of clay actually is a trouble, but the evenness of the thickness that he kind of broke. Да так, хорошо. Надо because, свою протянуть. Because the inner donut was a little bigger than he expected. Yes. Это будет специальный фестивальный такой предмет, который мы потом... продадим за большие деньги. Да, видели. Местному населению. Это сувенир. И скажем, что это традиционный бурятский бубен. Бублик. Слушай, на самом деле, Андрей, если ты собираешься делать вот серию бубликов, почему бы один... Он меня сидел открытым. Да, почему нет, пусть будет, я не против. Будет называться бубник. И вообще разные степени открытости, можно с ними играть. Это у нас вот тоже была керамистика, выставка в Ангарске. Мы там детишек пригнали с художественной школы, мы тоже сделали бублик. Я, значит, его выкрутил, потом срезаю и пополам его разрезаю, чтобы там типа... Показать, как это. Все такие... А как там дырка получилась? Сергей says that once they were doing a similar demonstration of one donut actually to the school kids, and they were just watching carefully all the process. But once he removed the donut and cut to show that it's empty inside, they said, and how the it became hollow.
А может нижнюю уже так оставить? А мы сейчас сучек подогнем, все, хватит. Очень красиво. В общем, как-то так. Красиво. Бублик же все равно не вылезет. Самым классным декоративным элементом пока это наша туалетная бумага. Спасибо. So now the semi-open donut will already block the inner donut from coming out. So now it's your task to think why and what to do with it. Можно вообще побаловаться и сделать какие-нибудь перетяжки сейчас здесь отдельно наклеить. Она вообще будет смотреться интересно. А чуть-чуть побольше закрыть. Да, да вот можно, тоже. Можно, еще можно. Чуть маленько. Потоньше и даже может быть неровно. Просто такие самые. А в жизни эти кошки. На этой оптимистичной ноте вы поняли, что каждому надо попробовать и сделать свое какое-нибудь чудо, которое в этом смысле будет. Использовать опыт. Если стульку надо сделать совместно. И бублик да, тоже. Да, и очень интересно, как вот она будет звучать. Что? Просто бублик свистулька? Да. Прекрасно свистит, как обычный свисток. Абсолютно без каких-либо сложностей. Причем можно не делать даже свисткового флитового механизма. Как бутылочку дуете просто, как бутылочку, и уже можете играть. Андрюха, потери воздуха больше, но это будет звучать. Что? Воду можно наливать. Я же говорил, что у меня есть такая свистулька. Будет. Не будет. Она будет булькать. Нет. Да. Нет. Мне надо нет. Специально для того, чтобы ставить. Свистулечка с водой звучала, там есть свои особенности, если там, интересно. Там такой краник, ну, вот я делала как. Краник, он просто ниже, чем. Да, да, правильно. Да. Вот. И она булькает и свистит. Ключевое, чтобы она оказалась ниже уровня воды. Да, да, да. Да. Если мы просто нальем. Но есть такие грузинские сувениры, птички такие. Ну, надо наливать водички. Это русская традиция, как мы все говорим. Ну, короче, по этому принципу. Всем спасибо! Приходите к нам еще. Спасибо! А ты вот эти бублики не показывал? Эти квадратные, прямоугольные. А, ну и бублики могут быть разными. То есть можно делать бублик треугольным. То есть можно его делать не каким-то там круглым. Можно сделать да, его вот сложным. Это Колизей. Да, ты ее тоже узнал. То есть можно эти бублики набирать в композицию, естественно, там делать из них что-нибудь там всякое разное. То есть тут вот уже выставку на шиномонтаже легко можно организовать. Еще есть вот мастера, которые делают вазы также. Внутренняя ваза, наружная вторая, ее делают прорезную. Получается она визуально вроде бы как ваза. Дырчатая, не ломаем. Ее не ломаем, сейчас мы поставим. Андрей, возьми, пожалуйста, в руки сейчас вот этот треугольник. И еще мы упустили момент один. В декорировании нередко эти бублики сопровождались рельефными элементами, которые тянутся сразу. Я про это забыл. Но, собственно, это тоже, наверное, несложно понять. То есть можно, закрыв вот эту вот в этот объем, оставить небольшой элемент, кант. Который потом этот кант, который можно потом аккуратно загнув, создать вот какую-то выразительную такую дополнительную деталь. То есть сразу же не отдельным элементом. Intuition, it was a way of decoration that at the moment of making you leave additional clay on top, stripe of clay, and later in a way of making dumplings you decorate. Это часто использовалось в традиционных квасниках. It was popular in traditional квасники. Ой, я сейчас поняла, кстати, квас там дырка. Зачем она? Ты о чем? Внутри? Я в кваснике дырка, я сейчас поняла. Какая у тебя идея? Ну ты за столом сидишь, а у тебя сосед напротив. Да, чтобы было видно. А поговорить. Это да, теория. Я просто должна знать. Нет, я буду показывать предметы, я не рассказываю. Что, глины много съел, да? Нет, еще не стараюсь. Времени много съел. Короче, будет еще такая вещь, можно будет про традицию прям поподробнее. Если это именно интересно, то это удобнее сделать, когда будут готовы предметы. Это вот они обожгутся, и я там... А может не про это? You will have one more presentation, in fact, of traditional pottery.